В зале собралась 1000 юных патриотов со всей Кубани, ученики казачьих классов и кадетских корпусов, а также студенты техникумов и училищ. В съезде принял участие и губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, для Краснодарского края казачества это не только история, а еще и будущее. Поэтому участники юношеского объединения должны относиться к своему делу ответственно и не терять связи поколений. На сегодняшний день в казачьих классах и кадетских корпусах учатся около 83 тысяч ребят. Такое образование пользуется большой популярностью. Родители школьников просят организовать дополнительные классы буквально в каждом учреждении. Сейчас в Союзе состоят более 95 тысяч человек. Как рассказывают участники юношеского движения, казачье объединение помогает им реализовывать свои проекты, проявлять лидерские качества и находить новых друзей. Напомню, учредительный съезд прошел в сентябре 2017 года. Тогда был подписан протокол о создании регионального общественного движения.